Ты всегда станешь треугольник Копар. Вот, ты станешь кружочек 1-3-5, а Виталикум ты станешь ромбик 1-3-5. Понял? Я Вы поняли. Ты всегда станешь трусы, всегда. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. Войд станет кружочек 1-3-5. Виталик, он станет ромбик 1-3-5. Юпи, ты станешь кружочек 2-4. И я даю стан на ромбик 2-4. Всем все понятно или нет? Давайте еще раз проговорим. Виталик, ты понял, что тебе станет или нет? Да, 1-3-5, ромбик станет. Все, отлично, чек. Кто РДД может поводить? Я Миликов повожу. Кто может поводить РДД? Вон, погоди, сейчас кому. Вон 3C, да? Или вон Вуди, да? А вот, давайте, Шаман вас поводит. Вот вам на него будет... полумесяц хреново видно. Звезда. Звезда сбивается. Нет. Ладно, звезда будет. Все готовы, я запускаю. Какие дамаг лист по всему инсту, есть у кого? Какой дамаг-лист по всему инсту? Отлично, чё тут смотрим? Александр, тебе нужен конь? Башке нужен конь? Нет. У них есть конь. Башке нужен конь. Смотрим дальше. Он сам как конь, блядь. Клота, тебе нужен конь? Да у них у всех есть. Любол, тебе нужен конь? Нет. Тупи, тебе нужен конь? Ладно, мы потом еще посмотрим, кто кому что там надо, то почему-то никому не нужен этот конь. Да будет так. Герои в атаку! Герои в атаку, за судьбу, за Азерот, погнали. Берем лича. Ловушка. Мы смотрим. На РДД перебежали. Бежали. На Меликов. Мелики, блин. На РДД стойте, сори. Брат поставил. РДД больше не бегает. Смотрим, ловушка. Ловушка, РДД, мелики, стоим. Так, проводи дальше. Стоим, смотрим, ловушка. РДД. Ой, милики, РДД стоим, РДД стоим. Стоим, милики, стоим в квадрате. Да, ловушка, милики, стоим. Ловушка. РДД, милики, стоим. Не, проводи немного миликов. Чуть. Моровин, чума. Спелл. Милики, ловушка. Проходим. Милики. Да, отставай. Лала, на ману бутерболу забиваешь. Смотрим, ловушка. Чему? Ловушка, милики. Танк, ловушка, все, отбежали, милики от танка, все от танка отбежали. МРДД. Все, давайте на край все стали, на край. Ищи на край. Динамону. Эти духа. И массой заливайте там вурдалаков. Гимн на ману поет Гибдаль по гимн на ману и ставьте это там. Диана, что случилось? Пела гимн, говорю. Сейчас сказал, кому петь.
Эхан, ты на сфер. Эхан, ты на сфер. Сфера, там вот еще одна летит, вы че? Эти бары рассекающие, там ла-ла-ла, туда-сюда. Пущаем дома. Духа сильней. Оба духа бей. Сферу, сферу. Еще сферу, там сфера летит, давайте все на край. Сферу добейте, добейте сферу, алло. Отошли все от духа, стали в квадрат. Стали в квадрат. Квадрат стали. Не надо дальше, не надо вести. А все стали в квадрат. Так, стан, стан, стан. Всех вольбьем. Всех вольбьем. Станы, алло. Я кружок, да? Почему не застанет сование осквернений? Ты бейки. Я забыл такую. Кружок 1-3-5. Эти все леча. Ром стали, стали в ром, блин. Смотрите, сейчас осквернение несется вправо, а рейд идет влево. Осквернение вправо, рейд влево. Смотрим. Бейте все, хватит. Сука, трусы, хули вы не там стоите, блядь? В этот, в ромбик переключились. А я... Что там сам полетел? Давайте в трусы заиграем. Слышь, когда рост. Рост, говорю, дай. Добейте. Там уже на краю, да, все, срака. Все, ясно. Добейте леча. Кто улетел в трусах? Его резнуть можно на краю, валяюсь. Да, или кун. Смотрим, в квадрат все стали. Бля, куда ты ведешь этого леча, Хризи, ебано в рот. Все в это. Бьем, бьем валь. Две вали, бьем валь. Два хила, прожмись, прожмись, прожмись там, два хила. Третья волна. Чё там, этот, хаба на платформе умер, я просто не верю. Вон, ну-ка, появись. Понял, хорошо, давайте его лес, Лалана, подымай, Лалана, осквернение, и подымай хабу. И его ищи, и подымай. И стали все в квадрат. Квадрат стали, все, не веди дальше личан, блядь. Ужас. Квадрат стали. Лалана, только стань квадрат. Перед... Все, поднял и стань, стало, стань квадрат. Угу, круто. Бейте. Я ромбик. Бейте ромбик, ромбик, ромбик и кружочек. Почему кружочек летит в другую сторону? Вернее, кьюзар. Пошли кружочек. И по кружку заиграли, по кружку. Саны там, не знаю, что хотите. Все, лича став в центр. Став в центр лича. Пиздец. Будут вальки и лич. Осквернение идет к трону, рейд свечается влево. Осквернение вправо, рейд влево. Смотрим, валик. Саны, замедление, все, погнали. Гильдаль. Сквернению не ходить, не ходить по сквернению. Все, бейте так, Валь. Сейчас, трусы отпускаем, пофиг. Это рост, блядь, я уже разбивайте, давайте, разбивайте, разбивайте. Слышь, что насчет трусы роста? Заиграли. Да. Меня слышно? Да. А че? Да, слышно, слышно. Не, я уже кучу раз спросил у Ростки, типа, давай. Сейчас было. Бля, вот это пиздец. Саваня, Саваня, подними Нериона, Саваня, Нериона, подымай. Иди, лича в центр лича веди. Сука, ебач. Не наступите в лужи-то. Стой, 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 в квадрате стойте. Повалим, 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 на лича забили, повалим. Я красу.
давайте сейчас кружочек разбиваем и в трусы играем. Давайте по трусам. Стан трусам, гнев, что хотите делай. Нужен ДЦ. Е, отлично, все, бейте лича. Шестая волна, что ли, была? Не знаю. Пойти на край. Бля, ДК, ну ты, бля, пиздец и выводишь этого лича. Это просто пиздец. Бейте. Хризи, ты где-то? Короче, давай новых духов ловлю, ты потом заберешь. Ты ставил тотем, дайте гем. Какой себе на два гимна мало? Пою гимн. Смотрим следующего духа уже. Бьем, бьем следующего духа. Все, новый дух вылез, его бьем. Этого кливой. Каски у всех есть. Ну-ну! Почему ты не забираешь? В шоке. Нормально, нормально, бьем. Взрывайте его на это. Забери танки, танки. Сука, два танка. Ты можете спалить по туку, пожалуй, по танкам, пожалуйста, сало. Дал сало. Там не было. Че, Хризи, ты не можешь агро держать? Бля, это просто пиздец. Тихо-тихо. Напуливайте на него. Бейте. Не бейте духов, не бейте лучше. Пиздец, на край забегайте. Ахуй, минус 3 на духах. Кризик, сколько раз ты танчил ЦЛК? 0? Сталю квадрат. Или ты до лича только танчил, а дальше вагонился. За угол забежали. Пиздец, игру не набираешь, ничего не делаешь. Да все. Да можешь лагать. А с тебя сало диспелит, ну как можно не набрать игру? Стали тут. Ну бля, у нас 5 минут, это пиздец, хуйня, мало времени. Рост еще есть. Да, рост есть. Но а что, его... не было рост? Не было. Надо его грамотно дать. Да, да, забежали за угол. Я не скомандовал рост, это пиздец. Я типа кучу раз спрашивал, может ты рост дать, может рост дать. Сам бы дал уже. Давайте, бейте духов. Духов играем. Все, уводи, уводи лича. И за личом. РДД бьют духов, милики бьют лича. Блять, Антон. Я вообще не трогаю его, блять. Убегайте, убегайте. Убегайте от духов. Кернени, Альтея. Давайте, духи, хлопаните духов, троих. Давайте РДД, забиваем этого. О, речь. Шипай, ты можешь духов божь бей. Почему я ты, блядь, бьёшь? Ставим квадрат после этой комнаты, дадим Геру. Давайте в квадрат. Геру дадим. Жопа горит, да, капа? Да, вообще. Встали сюда. Очень длинные встали сюда. Беров нету. Сюда. Что сделать дальше? Две минус. Бер умер. Стойте, 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 стойте тут в квадрате. Все, выход. Давайте, все в лича. Добейте духа там. Я его сам добью. Давайте Геру и бейте все лича. Лича бейте. Веди медленно. Вижу сейчас. Уже милики, осторожно. Вернение как 8.
Иди лича под духов, ну что ты делаешь? Две комнаты. Так, еще вроде две комнаты, давайте в квадрат. Короче, сейчас выходим. Холипал берешь, настакиваешь на лича, печать, порчи и бьешь его там правосудием, чем хочешь, шоком, не хилишь, бьешь лича. Кокосина, тут вроде нет уже этого заражения. Обдотываешь, взрыв разума, тоже бьешь лича. Бля, что еще можно сделать? What the fuck? Ваня, бьешь лича, там гневом перебежали. Дайте сакру. Да, иду. Срал там тоже. Давайте все полечу на другой край. Смотрим, выйдем, будет Берса. Копар, ты под баблом заберешь лича, отстали в квадрат. Квадрат все стали. Хризи, не таунтишь его. Пусть копар его держит в бабле. Вообще забудь про таунт, потом стаунтишь. Али тут стоим. Стоим тут в квадрате, впереди бомба. Вары могут разойтись по платформе, тоже там. Ебать. Бегать будет. Просто тупые. Это была ошибка. Встречайте, трагедия. Нихуя тут лич выше трона, нахуй, ебать. Сука. Войтрак. А как я сдох, не знаю, блядь. Откуда духи там взялись? Духов ты сдох. Не, видел, блядь. Давайте, копар. Ставьте лича, копар. Да вы не убьете, смотри, сколько у тебя ДД. Там 7 лямов бить. Никак не убить вообще. Мана нет. Вообще нет, мана. Все, Славик, спекайся про тупого. Я буду дамажить. Короче. Прикольно. Где ты танчил когда-то лича? Давайте я спрошу один раз. И все. А ты ответишь. Я понял. Ты просто водишь. Ты бы об этом говорил. Ну, во-первых, ты не держишь игру на духах, это раз. Типа. Неправильно. Мало живает троих человек. Во-вторых, ты водишь лича, ну, ладно, то это такое. Смотри, говорит, я таунчу боссом, таунчу духа на себя, нихера не жмет, на мне сало, если 4 секунды. Что я должен сделать? Я не могу поставить. Окей, окей. Короче, там проблема в том, что водишь. Сова, там же лужу разлила, ты говоришь, я криво веду. Куда мне вести, блин? Ты когда в центре стоишь, тебе говорят, держи в центре, ты просто водишь его неправильно. Не там держишь. Ты его типа вот надо вести в центр, где вот, вот этот бич моб стоит зеленый. Надо тебе поставить его как моб стоит, а ты его... Ну я подвыбишь, ориентируюсь, правильно? Там стоит этот термос. Какое эхо, нахуй. Просто ты его не в центр ставишь, а заводишь метров на 10 дальше, то есть туда куда-то. И поэтому метка, вот кто ставит людей в метку, ему хуёво ставит, он тоже заёбывается. Ну, надо просто метку на себя кинуть и показать ему, как ставить лича. Должен стоять лич, где стоит вот квадрат, тут всегда должен стоять лич. Когда ты смотришь туда или туда или вообще куда-то туда, лич в этой точке, и отсюда ты просто крутишься туда 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 туда, не знаю куда хочешь, он стоит все время в этой точке. Вальку сагрили, молодцы. И это был Бьорн.
Конечно. Портанулся, тут уже куча копий кокосины. О, кролян. Эй, тут друид сагрил. Да, не скидывай ни на кого, это ты сагрил. И юпи копии бегали. Вот я по валькам 2 ляма набил. Это потому что я печать свечил, мне WhatsApp посоветовал. Чё, ты печать меняешь? Да, да. Да, вот так и надо. И после этого в WhatsApp не заходил. Не-не, это давно сказал еще. Вот смотри, у Италикуна лям 500, а у меня 2 ляма, блядь. Повалька. Заебись. И то я хуёво обед. Так я хз, как они там, ну, откуда-то с неба свалились, блядь, вообще странно, блядь, было. Я ещё смотрю, откуда они, сука, там. Вроде иду за спиной у плеча. Или это Хризи так прыгал специально. Лестники Веда, где он тут валяется? Он где-то там на платформе. Лестники его, пожалуйста, и дайте фулбал. Надо флешку назначить. Ну-ка. Хотя, чё это у нас такая не даст. Кулак пороги, дайте лап. Что, Геру под вторых валик или как? Под первых? Дайте кулак пороги. Я вот думаю, может с пула дать и потом на третьей фазе. Нет, это хуйня. После... Лучше под валик первых. Как первых разбили сразу. Войт не слакай. И кулак. Давай есть кулак уже. Пороги. Хмели, хмели, лисуму, мунели. Хмели-сунели. Хмели-сунели, нам прибыли, наконец, хваленые силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри. Славик, ты можешь раску собирать? Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Вуди, поставь на себя кружочек. В РДД-зоне. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Когда 75% у Лича будет в Хризи, дай 2 удара смерти в Лича. У тебя будет 4 руны смерти. И ты сможешь дать 4 ЛПшки в первого духа. Да будет так! Герои в атаку! Да, погнали. Смотрим ловушку. РДД, милики, стоим. И стоим, вы чё? Смотрим чума или санда диспел. Смотрим ловушка. Милики, перебежали. РДД стоим. В череп ставь. Это череп ваш ориентир. Ловушка. Милики, 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 перебежали. РДД, стойте, 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 все, все хорошо. Рад теперь. Хризи, ты очень близко стоишь к ОТ.
побежали РДД. Смотрим, сейчас ловушка будет. Ловушка РДД. Милики, стойки. Точно. Смотрим, ловушка. Ловушка, танк, перебежали все. Смотрим. Смотрим, сейчас будет ловушка. Пушка, все, КРДД зоне, милики. Все, все на край ушли, ушли на край. Давайте, кливайте этих вурдалаков. Духа забирай. Уйти, гимн. Ой, этот, на А, не, Г, Гелендаль. Пою. Давайте, вары, рассекаем. Рассекаем. Дух в рейде. Поймаю нового. Сейчас забирай. Так, на пульте, на ДК на пульте. Сфера, убейте. Сфера, быстрее бейте. Давайте по сфере заиграли, по духу заиграли. Давайте стали в квадрат. Драки стоим. Смотрим, валим. И все повалим. Должен был ставить кружок, Еврон. Я понял, давайте по кружку. Он куда-то в дебеня летит. И по другим валим. Виталики. Эти валь других. Эти две вальки, алло, быстрее. Нет. Бомбы, помля. Да, успею. Чуть не обосрался. Все, давайте, Гер. Рейд уходит налево. Налево. Так, осквернение идет направо. Осквернение идет в осквернение, короче, типа выносит по скиллу, а рейд идет налево. Лучше просто прямо вынести и все. Прямо. Или идите прямо осквернение, выносите прямо, да. Или притворитесь. Протопал вальки. Протопал вальки. Я в трусах. Лужа разливается. По трусам заиграли. Трусам. Быстрее. Сейчас меня выкинет. Да. Красавчики. Кружочек разбили. Держи, наряжай, не веди внутрь. Сейчас ускорение будет. Все, да, наряжай жилича. Он его потом поведешь. Бутербал, давайте все в этот стали. В квадрат стали. Все, стой там. Разверни лича. Стой, квадрат. Близко лететь к платформе, да. Повалим. Я в вале в этом, бля, не вижу в чем. Давайте, разбивайте все вали, станы. Я в кружке. Валям, играйте сильно. Или где? А я нигде, бля. Вот, блядь, я думал, меня схватили. Ромбик все. Давайте в трусы. Да. Бейте лича. Смотрим, сейчас вали будут, стали все в квадрат. Ты опять не в центр встал, Хризи. Бля. Все в квадрате стойте. Всех разбиваем, осквернение будет под валями, вынести куда-то. Потом повалим, гильдаль, осквернение. Все повалим, играем. Давайте в ромбик сильно в ромбик. Уже
кружочек и трусы. Все, по плечу играем. Осквернение сейчас будет, осквернение на центре. Бля, это Валия осквернение, бля, я не... Да, Валия осквернение, давайте Юпи и сразу центр, стали сразу центр. В квадрат, смотрим, Валь разбиваем, все, все по Валям играем. Там две Вали. Разбиваем Валь, лича не бьем. Все, лича доигрываем, смотрим осквернение, оставляем на краю. Осквернение к лотам. Иди к нам. Давайте, все на край. На край иди. Хризи, я забираю нового, ты потом забираешь у меня, как этого убиваю старого. Все в это, напуливайте все на БДК ханты, а присты вы бейте сверки. Бейте духа. Оставил тотем, дайте гейм. Давай этот, Оливерка гейм. Все, нового духа уже играем нового духа. Забирай. Кидай таунты и ЛПшками набивай. Сало. Так, смотрим. В нового духа уже играем. Выигрываем в этого духа. То и в нового играем, а того кливаем. И все, сейчас напали булочки. Сейчас за квадратом бегаем, потом духа добьете РДД. Милики, будьте бить лича. Встали все в квадрат. Давайте речь. Сакра без КД, если что. Танки. На угол забежал. Прошу, минус. Стали. Ой, ты опять бегаешь, где попало? Сейчас опять умрешь. Не знал, забежал. Там пробежали, бомба падает. Прошу, минус. Стали тут. Тут. Двинулись. Короче, тут стоим до конца. Да. Ща. РДД бьют духа, милики бьют лича. Давайте. Бегай. Че? Бля, по луже бегаете, тупые. Духи в центре. ШП оставите парочку духов. Тебя на. Ну, поднимай Войда, Лолана, Войда, поднимай. Не, после комнаты лучше, сейчас комната уже. Я еще не спал. Да. Вставай. Сейчас подожди, встану. Подожди, не вставай. Нет. Квадрат все встали. А теперь? Квадрат. Бей пока там духов. Сердце залеча может быть. Не двигается сейчас в этот момент, вообще ничего не делает. Не, его можно бить. Он стоит и смотрит просто, его можно бить. Дальше двигаемся. Бомбу поддавай Сакру. Бомбу прохильте, станет тут. Бомбу забежали. Тут стали. Все до конца. Убейте лича. Виталик у нас вернее. Уходите от духов, уходите.
Его к духам, этого лича, Хризи, ну ебаный в рот, я просто в ахуе. Пиздец, Хризи Феникс. В другую сторону уже лича веди. Ну хули вы стоите под духами-то, блядь, убегайте от них. Дайте каску, пистопат. Что сдать? Последняя комната. Давайте, стали все, квадрат. Я еще тут. Теперь тут. Через залу. Теперь тут. Залу. Теперь тут. И тут. И залу. А давайте в центр, идите, идите в центр. Подбивайте, ничего. Отводи от духов на другой край. На ману пой. Зачем? Не было. Короче, я отойду, можно мне место в РС, пожалуйста, оставить? Да, 30 тысяч. Ну давай, 500 голды, короче. Что движет? 50 человек будет плюсовать, там ставить все равно? Не знаю. Там он, это самое, 40 онлайн. Отлично, отлично. В которых знал мир и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот. У меня там я был это самое без вас, лича бил. Десятка. Смотри. Верзила не жилок, чё так мало? Гильда. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот пойдет. Ну лесу ноль и меньше роги, блять. Как ты Джеринова передомашиваешь? Станешь первой. Антея меньше вас всех, нахуй. Ёбаный рот. 6,5. Я просто не понимаю, это вообще возможно? Летят вальки. Ну а вдруг каждая валька ее хватала? Все может быть. Надо посмотреть, кого там хватали еще. Ну блядь, если каждая хватала, то... У танка набито 615 тысяч валькир. У меня, блядь. А есть скада хуя, да, это все линкнуть по валькам, по духам, по сферам? Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты.
Поднимитесь, воины света! И вот я знаю, как лев предался мне, и не дрожат они. По духам в комнате машинками. Ты последний тряси. Зов Тирена. Сундук Войд. Воевать или конь? Сезон. Да, я не рожу. Я не рожу. Я знаю, что ты не ходишь домой. Все хорошо. Блин, я только сегодня заметила, что мне просто нужна чешка хиловская с Герой Рослин. Я все это время думала, что она у меня там это геровская. 937? Да. Угу. Кольте Теренос. Адам Лалана. Повезло. 50% вроде, да? 703. Ну если... Завоевать, как ему надо, где? Я отошла на пару минут. Кого нету коня, просанить? Милую пика, пахаба, вет, хмели-сунели. Хмели-сунели, дамаг у тебя с выбитым фоллин-рашем еще не для коня, сорян. Че тут у нас? Ну давайте, хаба, вет. И кто тут еще есть? Да еще пароль, конечно. Давайте хаба в юпи и этот вет, это не вет, да вет, роль коня, давай, роль тебе. Ты четыре человека. Хаба юпи вет капар, а ну хаба выиграл коня. Все, заходите за ЕП. Ты по урону еще смотришь? Кому давать, кому не давать шмот? Я не, я смотрю, как долго человек играет. Только сейчас сказал то, что ты урону там что-то мало нанес. Я сказал, что для твоего, что ты выбил Герфалин Раш, что-то мало дамага, как бы. А. Не имел в виду, что ты там про коня. Я просто так посмотрел, что ты ниже меня, я еще релил, у меня еще рог без камней. Типа, я про это. О, заходите за ЕП. Готовили тебя, славный герой. Наконец-то он поплатился за все страдания. За ЕП, кроме имплантации, никто не заходит. Я понял. А Гендальф, либо, ну, он может на кого-то. Все, накинул. Че, Славик, ты собираешь РСК? За Олег, наверное. А че, Олег онлайн? Да.
Блин, давайте начинайте собирать, мне отойти надо. Так собирай. Ну чё, вообще что ли? Чтобы все упали.